Сейчас мы узнаем, кто из вас сможет дать 15 правильных ответов и выиграть 1 миллион виртуальных рублей. Все готовы? Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». 100 рублей, и на экране появляется первый вопрос. Кто финансировал экспедиции мореплавателя Колумба? Ну, конечно, королева Кастили. Колумб же из Испании, вроде как. Ну, давай. Отлично! Это правильный ответ. С чем неоднократно играл в шахматы Гарри Каспаров? С компьютера. Правильно! У кого в стихотворении Маяковского крошка сын спросил, что такого плохо? Вот я на этом остановлюсь особо. Но тот, кто эту игру создавал, тот совершенно профан в стихотворениях Маяковского. Потому что у любого, спроси моего возраста, что говорил в стихотворении отец сыну. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Здесь же авторы, не знаю, ошиблись, наверное, и сделали, что правильный ответ у матери. Ну, я, в общем-то, тоже отвечу у матери, потому что, когда отвечал у отца, мне выдавало ошибку. Галкин говорил, к сожалению, вы уходите ни с чем. Так что вот у матери, хотя это заведомо неправильно. Ваш ответ верный, поздравляем вас. Как называли одну из моделей автомобиля «Москвич»? Святогор, Черномор, Беломор, Берримор. Ну, по логике, Святогор. Правильно. Переходим ко второму вопросу, и на кону 200 рублей. Откуда в известной русской песне выплывают на стрежень челны Стеньки Разина? Из-за острова Змеиного. Великолепно! Вы дали правильный ответ. А впереди крейсер «Москва».
Как называется регулярное денежное пособие студентам? Стипендия. Удачный выбор. Правильно. Что из перечисленного стало символом предельной простоты? Пареная репа. Это верный ответ. Отличная работа. Что врачи рекомендуют делать перед едой? Ну, что я рекомендую делать перед едой? Мыть руки. Это было нетрудно. Правильно. Хорошо. Следующий вопрос стоимостью 300 рублей. Как называется резкое выпадение из памяти человека какой-либо информации? Провал. Правильно. Как заканчивается известная строчка «Ас Пушкина птичка Божия не знает»? Кстати, вот «Ас Пушкин», я почему все время так говорю, анекдот был такой. Василий Иванович и Петька. Ну, в общем, Василий Иванович читает книжку, а Петька спрашивает: Василий Иванович, а что вы читаете? А он говорит: да книжку про летчиков. Ух ты! Ас Пушкин. А кто ж написал? Да вот какой-то учпедгиз. Так. Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Откуда упал на землю маленький принц в произведении Антуана де Сент-Экзюпери? С горы, с неба, с дирижабля, с колокольни. С неба. Правильно. С кем традиционно прощается радиоведущий в финале эфира со своей программы? Радиоведущий. Со слушателем. Потому что телеведущий со зрителем. Слушать. Отлично! Вы дали правильный ответ. Так что отлично, конечно. Внимание! Все же никто не хочет покидать игру ни с чем. Четвертый вопрос и 500 рублей. Как называется один из ежегодных российских рок-фестивалей? Шествие, нашествие, пришествие и путешествие. Ну, я так, в общем-то, особо не силен в этом вопросе, но думаю, что нашествие. Ну, а там посмотрим. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Да, для россиян это очень характерная черта – нашествие. Кстати, из тех игр, которые я выкладывал, очень вот серия Иван Васильевич… Василий Иванович и Чапаев.
вот серия игр из 9. Я вот все их прошел и выложил. И как вы думаете, какая самая популярная игра из всех? Возвращение Аляски. Так что вот такой вот менталитет у вас, россияне. Какой трофей охоты на крокодила ценится больше всего? Крокодиловая кожа. Удачный выбор. Правильно. Где оставил любовь Игорь Корнелюк в своей песне «Дожди»? Позади. Все зависит от вас. Вы можете не отвечать на вопрос. Да ну чё, отвечу. Корнелюк, прыгающий певец. Он все время прыгал, когда пел. Под каким названием вышел дебютный альбом Витаса? Опера номер 2. Великолепно! Вы дали правильный ответ. А теперь пятый вопрос. Если вы дадите правильный ответ, то первая несгораемая сумма в 1000 рублей будет вашей. И Галкин начнет читать вопросы и ответы. А я могу передохнуть. Украинец, и то знаю, что взяла она ангина. Эстрадный псевдоним. Это верный ответ. Отличная работа. Танца с каким названием не существует? Ну, цыганочка есть, полька есть. Остается немка или венгерка. Немка. Венгерка. Это чардаш. Ну, наверное, немки не существует. Ну, ответим, немка. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Что берет писатель, публикуя произведение под вымышленным именем? Псевдоним. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Кто, если верить легендам, изваял первую статую Галатеи? Зураб Церетель. Ну да, конечно. Ой, наверное, Пигмалион. Ничего не скажешь. Верно? А теперь переходим к шестому вопросу. А теперь ты читать начнешь, а я отдохну. Какой шекспировский герой был мавром? Гамлет, Отелло, Ромео, король Лир. Конечно. Негр. Это не политкорректно. Отелло. Это вроде как и не обзовешь. Отелло. Вы действительно хотите дать этот вариант ответа? Вопрос стоит 2000 рублей. Да. Отлично. Вы дали правильный ответ. Какое из этих млекопитающих живет под землей? Енот, белка, крот, русак. Ну ты проще не можешь вопрос задавать. Конечно, крот. Но у меня хоть и дача была 14 лет, но я крота никогда не видел. И вообще в жизни не видел. Крот. Удачный выбор. Правильно.
Кто из этих злодеев становился добрее после многократного чихания? Бармалей, Карабас-Барабас, Джон Сильвер, профессор Мориарти. Или Бармалей, или Карабас-Барабас. Ну, что-то мне подсказывает, что Бармалей. Вы действительно хотите дать этот вариант ответа? Вопрос стоит 2000 рублей. Ну, я не очень хочу, но дам. Вы сделали неправильный выбор. Вы дали неправильный ответ. Ну... Но расстраиваться не стоит. Вы ничего не потеряли и покидаете игру с 1000 рублей. Что на них купить сейчас можно? На какой российской денежной купюре изображен памятник Петру Первому? 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 500 рублей. Ну, осмелюсь предположить, что на 100 рублях. Нет. Вы сделали неправильный выбор. Вы ничего не теряли, отвечая на этот вопрос. Что ж, вы ответили неправильно. Ваш выигрыш составил 1000 рублей. Следующий вопрос и 4000 рублей. Если вы даете неправильный ответ, то теряете 1000 рублей. Думайте хорошенько, прежде чем дать ответ. Какие гласные в русском языке являются соединительными в сложных словах? О и Е, А и Ю, И и Э, У и Я. О и Э. А и Б сидели на трубе. Это было нетрудно. Правильно? Некому как. Трудно или нетрудно? В какой стране производятся часы марки Омега? Япония, Швейцария, США, Франция. Ну, в Японии Сейко. А в Швейцарии. Ничего не скажем. Верно? Вы отлично играете, у вас уже есть 4000 рублей, и вы можете заработать еще 4, ответив на следующий вопрос. Какое из этих слов написано без ошибки? Балюстрада, 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 балюстрада. Конечно, балюстрада. Удачный выбор. Правильно. Где расположены органы слуха у кузнечиков? На глазах, на ногах, на крыльях, на усиках. Ну, конечно, на ногах. По этому поводу даже анекдот был, когда Василий Иванович и Петька занимались научными экспериментами. Причем Василий Иванович. Ну да, Василий Иванович был научным руководителем, а Петька ассистентом. Так вот, Василий Иванович отрывал лапы кузнечику и говорил Петьке: Петька, записывай. При отрыве всех лап кузнечик теряет слух. А перед этим он ложил, ну, садил кузнечика, хлопал в ладоши, и кузнечик прыгал. Потом он отрывал сначала одну ногу, хлопал. Петька записывал, на сколько сантиметров тут прыгнул. Потом вторую. Ну, короче,
кузнечик все меньше и меньше прыгал, а когда все ноги оторвал, тот на месте, сколько не хлопал. Иван Васильевич сделал гениальный научный выход, вывод. Когда кузнечику удаляют все ноги, он теряет слух. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ на следующий вопрос. И 16 тысяч рублей ваши. Внимание на экран. 9-й вопрос и 16 тысяч рублей. В какой стране Роза Люксембург и Карл Либкнехт основали коммунистическую партию? Во Франции, в Германии, в Испании, в Ирландии? Ну, по их фамилиях. Конечно, в Германии. Абсолютно верно. Какое имя у известного чешского писателя Чапика? Гавел, Карл, Иржи, Вацлав? Конечно, Карл. Я в молодости зачитывался произведением. Ну, на исповедь пришла девушка и исповедуется. Ну, ты там, кому там в католицизме, кто там, падре, патро. Ну, в общем, говорит, отец мой, я грешна, пришла исповедоваться. Такой у меня грех, такой, но, а тот такой любвеобильный монах. Ну, давай, дочь моя, рассказывай. И она ж начинает исповедоваться. Я прихожу, уставшая, вечером домой, раздеваюсь, а этот уже глаза разгораются у священника, он говорит, ну, а дальше, дочь моя, а дальше ложусь в постель, он, ну, а дальше, говорит, ковыряюсь между пальцами ног и нюхаю это, ну, вот. Такой вот был интересный рассказ. Вы уверены? Если сейчас вы дадите неправильный ответ, то потеряете 7000 рублей. Отлично! Вы дали правильный ответ. В случае верного ответа вы зарабатываете вторую несгораемую сумму 32 тысячи рублей. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ. А вот и вопрос. В какой из этих стран издается наибольшее число ежедневных газет? В США, в Бразилии, в Германии, в Китае? Ну, конечно, в США. Вы могли не отвечать на этот вопрос, но мы поздравляем вас с верным ответом. Кто в конце 19 века основал серию «Жизнь замечательных людей»? Соловьев, Данилевский, Павленков, Дашкова. Ну, если какой Владимир вопрос, Соловьев, вопрос правильно, который вообще-то Шапиро, но тут С. Соловьев. Давайте 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Но у меня ни Павленков, ни Данилевский ни о чем не говорят. Ну, давайте ответим Б. Данилевский. Значит, к сожалению, Павленков. Вы выбрали неправильный вариант ответа.
Не повезло. Может, один запомнил. Один правильный ответ, и вам было бы не о чем переживать. На будущее. Так как вторая несгораемая сумма стала бы вашей. Но, к сожалению, ответ неверный. И ваш результат – 1000 рублей. Бывает. Что бы ни случилось, у вас уже есть 32 тысячи рублей. А мы продолжаем игру. Следующий вопрос удвоит заработанную вами сумму. Где был построен Таврический дворец для князя Потемкина? В Москве, в Петербурге, в Ялте, в Одессе? Ну, гадалки не ходи, в Петербурге. Ваш ответ верный, поздравляем вас. Вы хорошо играете, но в данном случае неправильный ответ будет стоить вам 32 тысяч рублей. Поэтому не торопитесь. 12-й вопрос и 125 тысяч. Кто из музыкантов группы Beatles женился на Петти Бойд? Харрисон, Маккартни, Леннон, Стар. Ну, Петти Бойд это какая-то там фотомодель. Харрисон. Это ваш окончательный ответ? В случае неверного ответа вы потеряете 32 тысячи рублей. Да. Точно в цель. Прям точно в цель. Вы превосходно играете. Следующий вопрос и 250 тысяч рублей. Неправильный ответ может вам стоить 93 тысяч рублей. Я вам желаю удачи. 13-й вопрос. Сколько раз Ирина Роднина становилась олимпийской чемпионкой? 3. 1, 2, 3 или 4? 3. Правильный ответ, и вы идете дальше. Вы дали 13 правильных ответов и выиграли невероятно большую сумму. 250 000. Ну что ж, попробуйте удвоить свой выигрыш. Удачи вам! Какой знак зодиака следует за знаком весов? Лев, Скорпион, Стрелец, Водолей. Ну, весы – это я. Кстати, сегодня... У меня день варенья. 66 лет. Сатанинский возраст. А вот знаки зодиака я совсем не знаю. Ну, лев. Это что-то такое летнее. Стрелец, что-то зимнее. Наверное, водолей. Ну, проверим. 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите 2 неправильных ответа. Ну, о, Скорпион или Водолей. Давайте Водолей. Тю, блин. Это неправильный ответ. Вам не повезло. Вы хотели заработать 250 000. Вы дали ответ, но он оказался неправильным. Не расстраивайтесь. К сожалению. В конце концов, вы выиграли 32 тысячи рублей. И то хорошо. Вот это действительно борьба. Теперь посмотрим результаты и сравним. Начинаем с игрока номер 1. Ну, в общем, я... Единственный 32 тысячи выиграл, но миллиона